Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить кривого Райли в игре Final Resistance. Итак, мы взорвали в прошлой серии, короче, атмосферные процессоры. И теперь нам нужно двигаться дальше. Теперь нам надо найти выход и покинуть цех переработки. Вот так вот. Вот так вот. Окей. Давайте попробуем это сделать сейчас. Что же нам? А это чё? Чё это за крокозябра вообще вышло? Лидер пришельцев, нихера себе. Это чё, финальный босс? Это всего лишь мелкая неудача. Неужели вы всерьез надеетесь справиться с нами? Что с твоим голосом, чувак? А скажи мне, пожалуйста. Лидер пришельцев, ё-моё. А как его мочить? Ври. Здоровье. Нет, я его не убил. Я не убил эту тварь. А теперь убил. Так. Воу-воу-воу-воу. Нифига он мне щит сразу снес. Погоди. А вот смотри, у него это, жизни кончаются. Четко по нему попадаем. Кирдык тебе, чувак. В смысле? В смысле он регенит? Он регенит? Твою мать, он регенит, реально регенит. Погоди. Вон там штуки, короче, наверху, может. Их, да, надо, короче, смотри, ломать. Да отвали ты со своим лазером сраным по мне. Так, одна готова. Одна штукенция готова. Короче, надо вот эти штуки все взорвать, чтобы он не регенил. Ну, блин, он своим лазером сраным. Давай, давай, давай. Отлично. Своим лазером, короче, снимает щит, вообще будь просто в путь. Он видал? Так, надо еще одну уничтожить. Чувак, ну чё ты ко мне впритык-то пришел? Ну, отвалил. Фига, он сносит мне щит. Так, погоди, я все уничтожил? Ох ты, нифига меня так дернуло. А, щита-то больше нет. Погоди. Я все взорвал? Нет. Все, а вот теперь я все взорвал. Отлично. Ай, 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 ай. Ух ты! Ух ты! Здоровится. Держи. Блин, а у меня жизни. Погоди, еще одна аптечка. Отлично! Просто шикарно. Нет, пошел в жопу. Пошел в жопу своим лазером. Твою мать, а! По нему еще хрен попадешь. Нет! Эта крокозябра вообще жесткая. Просто пипец. Ну, не зря его, короче, назвали лидером
лидером пришельцев. Он реально мощный. Реально мощный чувак. Сейчас мы его, короче, забабахаем. С этими... С этими надо... Где ты? Да задрали прыгать, ну! Блин! Я чё, эти рядовые солдаты замочат, что ли? Не пойдет так. Так. Мне надо базуку. Погоди, с базуки я сейчас эту штуку всю взорву. What the fuck, а? Как так, ну? В смысле, он меня захерачил? Что, блин? Как ты так, а? Чувак, Ралли, ну, не надо, так не надо. Нам нужно победить. Нам нужно победить этого чувака. Блин, опять они меня тут. Так, готов. Хорошо, что, короче, пока я вот с этими справляюсь, босс не лезет. Так, мне надо, короче, тогда... Опа! Опаца, 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 отвалил. Так, одна готова. Вторая готова. Давай, 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 давай. Третья готова. Отлично, отлично. Пол жизни, короче, у нас две аптечки. Где ты? Блин, он так летает, по нему фиг попадешь. Воу-воу-воу-воу-воу, только сбрось меня. Я надеюсь, он меня сбросить не сможет, нет? Опа! Опа, от лазера бежим. Жалко, он здесь кувыркаться не может. Давай, пол жизни тебе снесли. Говна кусок. Крылатый. Крылатая бестия. Так, выруби. Мочи, 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 мочи. Та... Твою мать, своим электрическим опять говном. Черт! Черт! Черт, 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 черт! У меня этот кончился. Какой нафиг? В смысле? В смысле? Ты смотри, что он творит! Ты смотри! А как? Я же уничтожил эти штуки! В смысле? Не до конца! Да ладно! Я чё, не всё замочил, что ли? Я ничего... Я не всё взорвал, что ли? О, бог ты мой! Ну как так-то? Фу. Да, давно таких боссов не встречал. Давно. Надо чётко проверять. Надо чётко смотреть, короче. Уничтожил я... Уничтожил я эти штуки, короче, генератор вот этого регенерации. Да где ты, блин? Отлично. Так, тихо. Пошел вон. Вот так. Блин, я щит истратил только.
Давай. Отлично. Все видели, да? Я уничтожил ее. А, их не три, их четыре, короче, штуки. Я понял. Че ты в упор-то ко мне подошел, а? Говна кусок. Аптечка. Мне нужна аптечка. Вон там что-то лежит. Да блин! Вот как, короче, прятаться вот от этих вот лазерных штук его? Тварь. Здоровье. Давай. Опа! Опа, Америка, Европа, жизни. Давай. Есть, готово. Жизни! По идее, я их уничтожил все теперь. Он не должен возродиться, возрождаться теперь. Мочи, что есть мощи просто в него. Давай. А, лазер, нет. Только не лазер. Аптечка, смотри, вон там аптечка лежит. Ты не можешь регенерировать, а я зарегенерирую. Да уберись ты. Выключи свои лучи. Умри. Yes! Кусок говна. Я тебя сделал. Все, полетел без. Я уловила выброс энергии. Атмосферные процессоры начали передвигаться. Ну да, конечно. Уходим отсюда. Я все это сделал, короче, а она уловила. Черт побери, у нас мало времени. Надо выбираться отсюда. Черт побери. А, все? Че это за шкатулка-то заиграла? Какая-то это, знаете, еще не хватает мне такой этой китайской, короче, этой шляпы. Усов вот этих, знаете, такой китаец. Рися мне, рися дай. Окей. Короче, сели мы в свой пепелац и полетели на родину. Да, к тёлочке Картер. Хотя мы уже... Кто мы? Мы киборг уже, да? И... У нас почти нет ничего человеческого. Того, чего нужно доктор Картер. Так, смотрите, озвучание Майкл Френч, Дэвид Дэй Кейзер. Окей. Скажу, игра... Нет, игра прикольная, да. Игра прикольная, можно побегать, пострелять. Такой вот, знаете, классический экшон такой, фантастика, да. Типа научная фантастика. Вот. Но, блин, управление просто. Вот камера, это такое говно. Это просто даже не передать словами. Это надо поиграть и ощутить. Или хотя бы посмотреть. Вот. Как это выглядит. Ну, это просто полный трэш. Вот. Но мы все-таки прошли, мы все-таки сделали это. И на этом я буду, наверное, прощаться. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно комментируем. Вот, если видео нравится, делитесь с друзьями, зовите своих друзей на канал. Короче, чем нас будет больше, тем будет круче и веселее. И с вами был Валерий, всем пока.